Поставлена точка. 1 мая территорию укрытого рынка освободят от торговых павильонов. Об этом на встрече с предпринимателями заявили представители администрации города. По словам чиновников, по решению арбитражного суда на месте несанкционированного рынка должен появиться сквер. Напомним, срок аренды земли у предпринимателя истек еще в декабре 2013 года. Мы вам год назад еще говорили, что это будет. Поэтому нужно было немножко внимательно относиться к себе, к закону и к тому, что происходит. Вы допродаете остатки, вы собираетесь, вы, значит, находите место, где бы вы могли работать. И 30 числа у вас не должно быть ни одного человека в этих помещениях.